Приветствую вас. Если мужчина дорожит женщиной, и они долго были вместе, то вот так сразу его реакция будет, скорее всего, положительной, конструктивной, а не деструктивной. В каком смысле? В том смысле, что он дорожит женщиной и так просто ее не отпустит. Он не захочет с ней расставаться. Он будет ее добиваться, если это сильный мужчина. Он будет стараться понять, почему она ему отказала. И что послужило причиной отказа. Он будет стараться ее, как бы сказать, сделать своей. Это при условии, если он ее действительно любит. Если так или иначе женщина нужна мужчине для статуса, поскольку он сильный, успешный, как вы сказали, и, в общем-то, обладает вниманием, обладает успехом, да, у женского пола, то тогда он будет вести себя как человек оскорбленный, уязвленный, униженный, и женщина перестанет для него существовать, потому что она, по сути, оскорбила его мужское начало, она способствовала его неудаче, она принизила его, и он, как человек гордый, как человек сильный, как человек, привыкший к успеху, этого не воспримет. То есть он этого не сможет простить. И на самом деле его реакция зависит от характера, от черт характера. Если человек гордый, как я уже сказал, склонный к лидерству, харизматичный, авторитетный, то потерпеть отказ он не сможет. И добиваться, упрашивать, унижаться будет для мужчины неприемлемо. А если человек практичный, если человек испытывает чувства и может очень сильно эмоционально отдаваться, и при этом действительно желает женщине счастья, то есть он нацелен на нее, не на себя через нее, не на свой статус через женщину, а именно на нее, то тогда он воспримет ее отказ как возможность прогрессировать, как возможность развиваться и становиться лучше. Естественно, на 100% нельзя сказать, какая будет реакция у мужчины, потому что все очень индивидуально, и человек на самом деле сам даже не знает, что он будет делать. Вот, может быть, знаете, какая ситуация, в момент отказа будет либо серьезный взрыв в плане мольбы о том, чтобы женщина все-таки согласилась с ним быть, а после будет отчуждение, обида, гордость и так далее. Или наоборот, в момент отказа будет обида, гордость, а потом, по прохождению времени, мольбы и стремление вернуть женщину. Но, думаю, реакция не выйдет за рамки этих двух вариантов, и так или иначе будет вращаться вокруг этого. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду вам очень благодарен.